К универсиаде должна завершиться и модернизация Красноярского аэропорта. Как заявил спикер Законодательного собрания края Александр Ус на подведении итогов парламентского сезона, решить вопрос с финансированием проекта власти смогут до конца года, пока правительство рассматривает заявки инвесторов. Все строительные работы, по мнению председателя Законодательного собрания, должны занять 1,5–2 года. Также Александр Ус сегодня выразил надежду на улучшение финансовой ситуации в крае и поделился своим мнением о смене краевого руководства и кадровых изменениях в составе правительства. Если я скажу, что они мне нравятся, скажут, подхалим. Но ведь те изменения, о которых вы говорите, они тоже у нас в крае давно назрели, правда? И вы говорили о необходимости их проведения. И на сессиях там с возмущением люди зачастую у нас требовали такого рода решений. Поэтому Виктор Александрович Толоконский, как мне кажется, он чутко ощущает потребности края, а не навязывает их. Но центральным вопросом на завершающей в этом году сессии Законодательного собрания края стал годовой отчет исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Виктора Томенко. Исполняющий обязанности председатель правительства сообщил о результатах выполнения ведомственных и долгосрочных целевых программ и достижениях в различных отраслях. Поинтересовались депутаты у Виктора Томенко, как в крае будут решать вопрос с дефицитом топлива в сельскохозяйственной отрасли и высказали пожелания по возобновлению работы предприятий по производству водки и спирта. В завершении своего доклада Виктор Томенко рассказал о ближайших планах правительства в бюджетной сфере. Режим экономии уже пришлось включить в прошлом, в 2013 году, и в 2014 он продолжается в наших с вами подходах. Прошедшая корректировка, еще раз этому пример, станет такой подход базовым и для принятия нового трехлетнего бюджета. Ну а в 2016 году, я думаю, что нужно и можно нам выходить на бездефицитный бюджет. И сегодня же на сессии депутаты Законодательного собрания края решили вмешаться в конфликт районных властей и приемной матери, которые не отдают 6 детей, несмотря на решение суда. Уполномоченный по правам ребенка Ирина Мирошникова в своем докладе о действиях органов опеки и попечительства остановила внимание коллег на этой истории. Вступился за приемную маму депутат Олег Пащенко. По его мнению, семье нужно переехать в другой район. В итоге парламентарии решили создать специальную комиссию для урегулирования затяжного конфликта. И займется этой работой Николай Трикман. Самое возмутительное в этой истории то, что орган опеки не только не стремится урегулировать конфликт, а напротив, безжалостно продолжает третировать семью. Пока дети находятся в социальном учреждении, приемному родителю, несмотря на решение судов двух инстанций, не дается разрешение даже на кратковременные свидания с детьми. И, как нам стало известно, возможно, приемной маме вернут детей уже сегодня. Воссоединится ли семья или районные власти снова этому воспрепятствуют? Об этом в третьей части выпуска расскажет наш корреспондент Евгения Змановская, которая сейчас находится вместе с приемной мамой.